Ох ты, хороший, ребята. Ха, идеальный. Нашлась именно хорошая грядочка мелочевочки. Привет, друзья, меня зовут Николай, и сегодня я нашел уже несколько однобочек и решил прогуляться по этим полям и посмотреть, все-таки есть они или нет. Ну, конечно же, на протяжении видео вы увидите, сколько я их всего насобирал, много или мало. Сейчас, конечно же, уже поздновато для них, основная масса прошла, но, по крайней мере, на этих полях я собираю всегда грибочки. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого не сделал, и теперь перейдем к просмотру. Ну что, друзья, вот я заехал просто посмотреть, заглянуть, а здесь у нас однобочки. Сейчас мы здесь чуть-чуть походим и посмотрим. Красота. Это мой пакет. Так. Вот, друзья, однобочечки все-таки попадаются. Конечно же, не очень много, потому что нет дождей. Были бы дожди, их было бы просто валом. Ну, а сейчас мы здесь вот так походим с вами, еще поищем однобочек немножечко, потому что я думаю, что они будут, несмотря все-таки на то, что нет дождей, здесь попадаются вот такие вот малыши. Они только-только вылазят. Вон, смотрите, какая красота. Так что будем забирать их. Так, еще походим. Я думаю, что все-таки насобирать что-то и получится. А вот, смотрите-ка. Красота. Именно. Ух ты, грядочка, ребятки, грядочка. По такой сухой погоде, друзья, они все-таки пытаются вырасти. Именно сейчас ихнее время, чтобы они росли. Но, к сожалению, вот еще, смотрите-ка, к сожалению, нет дождя. Очень много засохших, ну и хороших тоже, наверное, нам на сегодня хватит. Так, друзья, вот он спрятался от нас. О, красавчик какой. Так, это еще не все. Здесь еще, видите, один засохший, еще засохшие. Да, зря я сюда не заезжал. Они здесь по чуть-чуть все-таки давали урожай. Можно было бы какое-то, да никакое ведерко насобирать, несмотря на то, что засуха. Ну ничего, сейчас походим, походим, еще поищем. Еще несколько штучек. Из-за того, что холодно, они немного такие примерзшие. Ну, слышите, он как хлопают друг об друга, как камушки. Ну, это если днем, конечно, они будут растаянные. Вот таким вот образом нам они и попадаются. По чуть-чуть. Это те же поля, где я был в прошлый раз. Заехал я со стороны Дружная и попал на эти поля. Ох, красота какая. Так что грибочки все-таки есть. Ну, не паками и не ведрами, но, как говорится, на сковородочку-то и можно немножко подсобрать. Возможно, из-за того, что вот этот легкий приморозок, и хватает этой воды, чтобы они по чуть-чуть лезли. Так, друзья, еще небольшая грядочка. Смотрите-ка. Именно малыши. То, что нам надо. Ну, есть. Вот, видите, меня не было. Никто здесь ничего не искал. Они уже большие подпортились. Они высохли. И завелась там легкая живность. Вон, смотрите, сколько много здесь их попропадало. Очень много сухих стоит.
Ну, они, конечно, не помного давали урожай, но все равно они здесь были. Так, друзья, здесь именно нашлась именно хорошая грядочка мелочевочки. Так, большие все не годятся. Они, видимо, постарели. И на этом все. А мы сейчас маленькие будем собирать. Вон, смотрите, какими хорошими пучочками они попадаются. А? Красота какая. Вот еще пучочки. Еще пучочки. Ух ты, ребята. Неожиданно. Ну, как говорится, сковородку уже есть, что добавить до картошки. Очень хорошо еще будем. Ох ты, вот он рядом еще один. Вот он. Даже два здесь их. Ох, какие хорошие, а. Именно размер. То, что нам надо. Их еще называют степная вешенка, друзья, кто не знал. Это степная вешенка. Или однобочки. Ну, мне как-то привычнее, что это однобочки. Вот, видите, здесь по одному, по одному. Можно что-то насобирать. Я еще несколько нашел малышей. Они, кстати, кто не знал, надо вот в таких колючках их искать. Их там можно повстречать. Это как вариант того, что они там могут быть. Они очень любят в этих колючках расти. Руки все поколоты. Потом, правда, надо перчаточки. Видите, это уже старенький. Перчаточки надо, чтобы руки не были поколоты. Ну, я, как обычно, перчатки с собой и не взял. Шел еще одну грядочку. О, какой хорошенький, светленький какой. Так, здесь есть крупненькие. Ну, крупненькие сегодня попадаются. Ух ты, хороший, ребята. Ха, идеальный. Здесь это еще не все. О, какая красота. А какая вкуснятина, эти однобочки. Так, сейчас мы еще здесь. У нас небольшая грядочка продолжается. О, обалдеть, да? Так что грибочки здесь все-таки есть. Я думаю, если у кого есть свои места с однобочками, то их нужно проверить, потому что они могут все-таки там еще и попадаться. Если у меня здесь попались, то и у вас на местах они 100% должны быть. Этот не пойдет. Нам нужны только хорошие. Так, друзья, нашел еще небольшую грядочку. Сейчас посмотрим, хорошие они или нет. О, хорошие. До кучи. Так. Еще вот они спрятались. Не замерзшие немного. Так, этот нам не пойдет. Он уже и засохший, и с червячками. О, этот, смотрите, как буйнее стоят грибочки. Ох, красота. Так. Так что все-таки можно что-то высмотреть. А вот я нашел еще один очень увлекательный и хороший рядочек. Малыши какие. Они как будто только лезут, я не пойму. Что ли, еще они будут? Видите, они все малыши какие-то. Ну, попадаются такие крупненькие. Но они не годятся. А вот малыши почти все хорошие. Давайте-ка посмотрим, все-таки еще один крупный. О, хороший. Пойдет такой. О, смотрите, еще рядышком. А, это старенькие. Это нам не пойдет такой вариант. Вот, видите, старых очень много было упущено в свое время. Ну что, друзья, я хочу сказать. Конечно же, из-за того, что дождей нет, грибов практически нигде нету. Это я насобирал вот столько однобочек, одно ведерко. Кстати, я был на Долгоруковской Ейле, и мой результат там, вот давайте я сделаю вставочку. Так, друзья,
обошел пол плата, нашел один грибок. Синеножка. Вон еле видно, что она синеножка. Есть. Первый есть. Ходим дальше, ищем. Ну и на этом все, естественно, и закончилось. А вот здесь зато насобирал однобочек. Вот такие вот молоденькие попадаются. Очень много, кстати, червивых. Я их все повыкидывал, потому что я не беру. Ну, а насобирал почти ведерко. Так что, друзья, грибы заканчиваются. Грибной сезон, можно сказать, без дождей подходит к завершению. Ну что, друзья, вот мы и прогулялись, пособирали грибочки. Однобочек все-таки не так уж много, как хотелось бы, как их бывает. Я был на тех же своих местах. Естественно, не забывайте подписываться на мой канал, друзья. И, друзья, всем добра и мира, полных корзин. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!